третьем матче серии плей-офф чемпионата молодежной хоккейной лиги первенства России по хоккею среди юниоров до 20 лет сезона 2017-2018 годов. Наша команда «Динамо» Санкт-Петербург принимает команду «Локо» Ярославль. Команды выйдут на лед в следующих составах. «Локо» вратари Даниил Исаев, номер 20, Илья Коновалов, номер 32. Защитники Александр Калинин, номер 3, Никита Громов, номер 9, Антон Малышев, номер 42, Марк Павликов, номер 57, Максим Афанасьев, номер 67, Иван Ковалев, номер 69, Даниил Мисюль, номер 93. Нападающие Егор Фатеев, номер 8, Никита Анаховский, номер 12, Владислав Рыбаков, номер 12, Иван Романов, номер 13, Григорий Денисенко, номер 14, Георгий Иванов, номер 16, Артур Каюмов, номер 28, капитан команды Игорь Бондарь, номер 43, Николай Коваленко, номер 51, Павел Кудрявцев, номер 84, Денис Алексеев, номер 91, Кирилл Слепец, номер 92, Александр Полунин, номер 99, главный тренер Дмитрий Иванович Красов. Команда «Динамо» Санкт-Петербург. Вратари Никита Масленников, номер 31, Кирилл Устименко, номер 72. Защитники Богдан Жиляков, номер 2, Сергей Чоботов, номер 5. Номер 19. Сергей Анисимов, номер 50. Вениамин Баранов, номер 79. Николай Сулейман, номер 87. Иван Васин, номер 92. Дальше Александр.
Шевченко, номер 71. Команда «Динамо» приглашается на лед. Thank you.
Передачи Никиты Громова. Номер 9. Шайбу забросил Денис Алексеев. Номер 91. Игрок команды Ломко. Марк Павлико. Номер 57. Thank you.
2-1. Победа команды «Лот». Дорогие друзья, повторный матч команд состоится завтра. Начало встречи 18 часов 30 минут. Ждем вас на трибунах малой арены спортивного комплекса «Юбилейный».